На иранском ядерном объекте в Натанзе запущен новый цех по производству усовершенствованных центрифуг нового поколения. Он предназначен для серийного выпуска центрифуг ИР-5 и ИР-6. Поступила также информация о том, что власти Исламской Республики приступили к испытаниям центрифуг ИР-9, а президент Ирана Хасан Роухани отдал распоряжение начать операцию по подаче газа в центрифуге нового поколения на обогатительном комплексе в Натанзе. После одностороннего выхода США из ядерной сделки Иран стал применять усовершенствованные центрифуги на своих объектах, а 1 апреля начал обогащение урана с помощью центрифуг класса ИР-2М, тогда как по условиям ядерной сделки он может обогащать уран только на центрифугах ИР-1. Тем временем в Вене 9 апреля состоялось второе на этой неделе заседание совместной комиссии Ирана и Международной пятерки. Две рабочие группы экспертов по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам иранских обязательств в ядерной сфере обсудили конкретные шаги для восстановления выполнения обязательств по СВПД в полной мере.